И презы грешных мольбы все чистая, я ко милости есть и спасти могий, и жизнь страдать о нас изволивай. Скоро на предварятный щедрот, и Твое, Господи, яко обнищаха взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и не ради Твоего. Святые Боже, святые крепкие, святые смертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые смертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые смертные, помилуй нас. Слава Твоему Сыну, Святому Духу, и мне, и Сына, и Пришлого. Он был со своими учениками и на 40-й день вознесся, да? А дальше на какой день следующий праздник будет? Правильно, на 50-й день, как? После Пасхи, праздник как называется? Пятидесятница или? Правильно. Да. То есть вот ближайшие два праздника, то есть на 40-й день можете прям посчитать, и на 50-й день будет Троица. После Троицы будет сплошная неделя, то есть не будет среды и пятницы, и не будет постов, а затем начинается... Какой пост? Естер? Петров. Не Петровский, а Петров пост. Петров пост, правильно. Так. Цифры, что писали. Так, разрешение немножко сказать? Да. Вот самое благоприятное время для вас. Научиться и стать последователями Христа. Вы знаете, люди богатые нанимают особую охрану. Большие деньги платят. Их дежурят. Вот чтобы человека не убили, специально люди тренируются, чтобы уметь обезвредить преступника. Если стреляют, то называется телохранитель. Он вот так бросается сразу и закрывает его. А его убьют этого. Он для этого и призван. Это не два, не три. Все президенты, богатые люди, они платят огромные деньги за это. Вот если сказать, а сколько ты думаешь, одного человека один охраняет? У Ельцина было 750 человек. 750. У Рейгана 1500. Это круглосуточно. И показывает, когда в магазине бывает стрелять вначале где-то, его сразу валят этого президента, они сверху на него падают, а другие со всех сторон видят, кто стреляет, чтобы убить. Покушение на него было, и все это заснято. Так вот я вам хочу сказать, что охрана, это очень хорошо. Но погибает иногда охранник вместе с президентом. Ну идет как вот День Победы, стоят президент. И в это время маршируют войска, видели, как это показывает. И в это время вдруг выскакивают из этой марширующей колонны несколько человек. И прямо бегут и стреляют тех, которые стоят, правители приветствуют. И сразу убили Анвара Садата. И рядом был епископ Самуил, его убили. И давай гранатами забрасывай, то есть специальные люди назначены. Мы знаем Индира Ганди, какой человек был великий, там, как президент сказать в Индии-то. Ее охраняет, и охранник ее расстрелял. Встал на колени, расстрелял, его специально подослали, а его не разобрали. То есть сохранить себя очень трудно, даже имея деньги. Видите, как погиб там Березовский, какие миллиарды имел, не помогло. Убитый, он не умер. Именно сегодня уже доказано это. Так вот, я знаю, как нанять хорошую охрану, не нанять, а договориться, притом бесплатно. Но с нашей стороны тоже что-то требуется. И притом охраняет день и ночь, и видит тех врагов, которых никто не видит. Самые главные враги наши, это не люди, а демоны, бесы. И бесы действуют через человека. Вот я в лагерь-то 45 лет был, я маленько в детях разбираюсь. И вот мальчики разные бывают приезжают. Вы помните, Паша с Казахстана был какой он. В мячик играть надо, а сам девчонок лапает. Ну, неверующий. Он говорит, души у человека нет. Он говорит где-то. От Паши легко избавиться было. Я сказал, больше он никогда не приедет. Все, его нету. Но мне эта задача сохранить. Надо и свою душу. И это притом один охранник. Охранник бывает умирает, болеет. А это, о ком я хочу сказать, не болеет, не теряется, и даром, и сам зовет. Только согласись, чтобы я тебя охранял, но ты тоже сделаешь, что я тебя попрошу. Вы поняли, о ком я говорю? О Господе нашем Иисусе Христе. И притом Он дает ангела-хранителя. Но с нашей стороны надо, чтобы мы
не рвались к миру. Мир погублен. Не любите мира, не того, что в мире. А что в мире? Ну, чтобы понравиться. Девочка, мальчик, что делают? Он из себя ведет, неизвестно, как одевается, там, бреется под женщину. Девочки там, женщины красятся, сережки разные надевают, мужскую одежду. Вот этого делать не надо. У меня в лагере были девочки такие, которые, как в свободное время, они садятся и считают Библию. Она из протестантов была. И что интересно, мальчики, как их не смотри, все равно они тянутся к девочкам где-то. К этой подойдут, она читает, вот так посмотрит сбоку и сразу отходит. Ни один не трогает. Она ограждена. Но она не православная. А почему? Вы очищены через слово. Вот это им внушите. Вот говорят, такие-то люди приезжают с юга, и они женщин там наших бьют, там бывает, там насилуют, и ну, всякое там бывает. Это насилие, это страшное дело где-то. Но они всех не трогают. Оказывается, выборочно. Его арестовали, говорят, почему ты так сделал-то с ней? Идут ее, пинают там, она, ну шли полураздетая-то, она идет, она не, на кого она похожа-то? Поэтому американские женщины написали мусульманкам, какие вы счастливые, как вы одеты, как на вас мужчины смотрят. С благоговением. Каждый желает, чтобы такая была подруга в жизни. И с нами что сделали? Какая мода? Мы стоим раздетые, над нами смеются, что угодно. Это женщины, которые занимают какой-то пост в Америке. И они себе сами сочувствуют. Я хочу, чтобы вы всегда не только здесь одевались. А то иногда так бывает, мимикрия называется, мимикрия это подделка. Вот здесь хорошая одета, ну еще скажешь, ну посмотри, вот, покажи, опусти, провери потихоньку, по всем, посмотри, как они одеты. Ну красота одна, смотри, какая стоит, она уже выросла, у нее до пола нет 20 сантиметров, варвары-то. Тоже смотреть надо, вот они сидят как. Ну любую можно поставить и смотрите у нас, не больше 10 сантиметров, чтобы было от пола. Ну варвара. Вот так. Поэтому никаких красок не должно быть. Если ты красивая, Бог дал красоту, но береги ее. А если не дал, говорит, на полтинник ее не купишь. Я бы вам больше сказал, но возраст ваш еще не тот, для чего красится и прочее. Это Ефрем Сирин говорит, Иоанн Златоустый. А раньше красили черной краской губы. Это сейчас красные стали. А во времена Златоуста черной красили. Черные. А голубые ногти делаешь, они не бывают голубые, это у мертвецов. Люди даже не понимают. Красные губы это признак, что будет гореть в огне, в гиене. Сегодня объяснено это все. Если Бог не дал красоты, не купишь на рубль. И вот пришли там исповедоваться там у греческого мономонаха, скажи, ты женился? Он говорит, да, женился. И как невеста? Красавица. Вот это, говорит, плохо. Какие искушения тебя ждут? Почему ты не искал хороший характер в ней? Красота исчезает, вон там, прочитайте, что он написано. Все уходит, миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы, вон она где. Вот чего надо искать. А когда если красота есть, да, вера, тут цены нету этой девочки. Вы цените себя. И когда наши девочки где-то идут, вот мы здесь видели, а там туркмены, узбеки, они не, просто... Другие люди-то совсем, они наши глядят, они руки опускают. А откуда-то наши такие девушки идут? Мы говорим, не ваши, это православные. Нет, это наши мусульманки. То есть он человек, которого считает не за хорошего его, а он по-другому смотрит на эту красоту. И вы поэтому старайтесь в храм идти уже одеться по-церковному, не здесь переодеваться. Ну дома ясно тебе длинное платье, может это помешает. А мусульманки нигде, на работе везде они так. Вот сейчас мини-футбол у них там призвали, и русским поставили условия, что приехали в хиджабе. И все согласились, все до одной. И говорят, хорошо, и русские отмечают интервью, у них берут, да, говорят, это очень хорошо. К нам, говорят, наши парни стали относиться по-другому. Они сумели это сделать. И играют в футбол, но мини, не по полю, там небольшой там участок где-то. И они поехали в Иран, и русские туда уже не один раз едут. И команде, капитан команды российской и говорит, ну у меня все девчонки-то молодые, говорит, там 16 лет. Все в хиджабе одеты, вот, глазам только как в щель. И играют, и катаются на фигурном катании, и в платье все купаются. Специальную материю придумали, которая воду пропускает. И специальная ограда у них там есть. И женщина полицейские охраняет, чтобы ни с какой стороны никто не сфотографировал. Вот как они их берегут.
там ты ограждена. Но мы-то ограждены Господом, но ты навстречу это сделай. Господи, я услышал. Не любите мира, не того, что в мире. А там мир все придумал. Кто любит мир, в том нет любви отчей. В доме есть краски, кто-то там родные. Убедите их выбросить. И притом краски все, которые делают, на собачьем жиру, как говорят. Собачатину жрешь-то, человек ты. Тонны измазывают. Христианам этого ничего не надо. Посмотри, какие красавицы все сидят. Одежда. У нас приехали, тогда американцы были здесь. Какие у вас женщины красивые. Я говорю, это одежда красивая. Они такие же, как все. Никто их не выбирал. Одежда-то как красить человека. Ну вот все. Немножко. Спасибо, Христос. Я пойду. Пойдемте, уже запели? Запели. Вот видите, как хорошо. Пойдемте. Кто последний, свет выключает. Я хотел немножко сказать, ну ладно. Ну. Коля. Полина Константиновна, будьте любезны. Пойдемте, помолимся. О, Варвара. Не выключай. Рос. Давай, ты еще. Спаси нас. Пойте миром Господу, помолимся.
ты помилуй. Боже, своей благодатью. Господи, помилуй. Владычество нашу Богородицу Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга и живот нас, Христу Богу предади. Тебе, Господи, Господи. Бог и си тебе славу высылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Веков. Аминь.